Всем привет, это канал Миллион Абдулла. Я сейчас попробую в лед по ковбойски попасть в бутылку. Первая попытка. Готов? Готов. Поехали. Есть. На попе шерсть. К сожалению. Ну, не повезло. Ладно, это канал Миллион Абдулла. Кидаем бутылочку на пол, наполненную водой, наполовину вот это вот вверх. И попробуем посмотреть, что у нас получится. Какой номер дроби? Тройка. Вон туда. Тройка. Ага, понял. Не высоко, а подобно. Сейчас. Внимание. Оп! Смотрим, что у нас получилось. Подожди, секундочку. Думал. Я как смог, так и кинул. Направление выдержал. Ну что, опять мимо? Мимо. Ну что, мы два мазилы, что делать? Сейчас еще разок, давай, единичкой. Теперь я. Моя очередь-то. Да, бутылку в лед бьем. А это миллион, канал Миллион Абдулла. Бутылку в лед я подбрасываю как можно дальше. Ну и посмотрим, что из этого выйдет. Итак, опытный охотник, вторая попытка. Первая была мимо. Раз, два, три. Оп! Что-то не понял. Попал, нет. Пошли смотреть. А? Ну, так, птицы по-разному летают. Тут все-таки бутылка. Ну что, есть результат? Что, опять мимо? О! Бывалый охотник, второй выстрел. Пожалуйста. Птичка подбита. Да. Отлично. Единичкой. Отлично. А единичкой. Вот что значит твердая рука, меткий глаз, опыт. Надо учиться. Вот сейчас я попробую тоже второй разик. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Ну, улыбка, лучезарная. О! Что, поехали? Так я еще не зарядил. Какой номер-то, брат? Ну-ка, я возьму этот. Помельче. Да, семерка. Семерочку. Я и хотел их перестрелять, эти патрончики. Так, предохранитель снято. Подожди, значит, направление броска куда будет? Туда и далеко, да? Ну, как можно дальше. Я по ковбойски. Хорошо. Поехали. И... Что там смотреть? Низковато полетело. Я вроде бы я поймал ее. Да? Ну не сейчас. Факт вещь упрямая. Сейчас посмотрим. Может быть, мое самомнение это все было сгадать нужно. Где бы тут-то? Вон лежит. Вот это, да? Ну да. Если прямо, если не попал, значит не попал. Вот это пустая, это не то. А. А какая? Где она? А вот это что? Белая? Вот это, вот. Где? А, зарылась. Ну, как видим, я тоже, в общем-то, умею немножко стрелять. Да. С вами был Миллион Абдулла. Ловкий стрелок, по-ковбойски, блин, еще спорить хотели со мной. Давай. Ну вот видишь, как бы могли бы и проспорить.